Цветы, деревья, стоянка для велосипедистов – все это дело рук Алены Ворошиловой. Предпринимательница не просто развивает свое дело. Эстетика пространства рядом с салоном – это забота о клиентах. А еще она всем сердцем влюблена в газовую столицу. Мы очень любим Ямал, да, и наш город, и он так развивается. И так как мы работаем именно в сервисе бьюти направления, это наша тема. Хочется, чтобы когда гости к нам приходили, они радовались. Поэтому у нас, может быть, вклад такой небольшой, мы это делали для души. Зимой, получается, я сварила велопарковку. То есть можно приехать на велосипеде, это очень здорово, да, поддержать здоровый образ жизни, да, приехать на велосипеде, уделить время и здоровью. То есть поднимаем такой уровень отношения к здоровому образу жизни. Цветы на клумбе рядом с этой парикмахерской посадил Фахри Мирзоев. Благодаря ему новоуренгойцы все лето могли любоваться на непривычные для северного климата, прихотливые в уходе, но очень красивые растения. Китайскую гвоздику, лилии, петунии, розы, лаванду. Летом, допустим, было приятно, когда люди приходили, фотографировались с цветами. Это, по-моему, самый большой приз, что люди приходят и фоткаются, то есть оценивают труды. Нюхают, приходят цветы, потому что для нашего, сами знаете, на севере что у нас растет. А так столько всего интересного посадили, что людям было интересно. Делаем это для чего? Чтобы облагораживать город, чтобы наш город был еще красивее. Если каждый хоть что-то сделает, уже будет. И так, сами видите, у нас город с каждым днем преображается. Да? Столько работы идет, столько всего. Если каждый хоть что-то сделает, уже будет хорошо. Внести свой вклад в развитие комфортной городской среды сегодня может каждый. Посадить цветы или деревья, убрать мусор возле своего дома. Как говорится, главное желание, а возможности появятся. Мари Бохуа, Виктор Итленко, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».